Здравствуйте. Это новости доказательной неврологии. Как оказалось, одно из самых частых осложнений инсульта – это фибрилляция предсердий, синоним мерцательной аритмии. Как мы уже знаем, что фибрилляция предсердий – это также причина тромбоэмболического инсульта. Фибрилляция предсердия – это быстрое нерегулярное сокращение миокарда, когда возникают множество возбудителей ритма. В чем коварность фибрилляции предсердия? Это в том, что отсутствуют клинические признаки. Совсем недавно было проведено очень интересное исследование, которое стало очень известным. Называется оно Find AF. В исследовании участвовали пациенты старше 60 лет, которые перенесли инсульт. Все пациенты были разделены на две группы. В первой группе пациентам однократно проводилась расширенная электрокардиография в течение 6 месяцев после инсульта. Во второй группе проводилось мониторирование по Холтеру в течение 10 дней сразу же после инсульта, затем еще в 3 и в 6 месяцев. Как результат такого исследования в том, что именно во второй группе 13,5% составили пациенты с фибрилляцией предсердий. В первой же группе это 4,5%. Ученые сошлись во мнении, что прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо определить все же, какая именно фибрилляция по частоте, по длительности представляет риск. Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе последних новостей неврологии. Всем спасибо.